В рамках мероприятий по созданию троп здоровья состоялось выездное совещание в парке «Патриот» на Древлянке. Люди хотят заниматься здесь и бегом, и на велосипедах ездить, но при этом хотят и прогуливаться. Поэтому жители попросили благоустроить, поставить скамейки и, самое главное, осветить этот путь, потому что вечером здесь, конечно, уже не так комфортно, как днем, как мы сейчас с вами видим. Конечно, мы учитывали именно эти их пожелания, и поэтому не будет дорожка здесь асфальтовая. Здесь должно быть комфортно заниматься, в том числе и спортом. Была заявка от жителей, и поэтому в рамках субсидии, полученной от республики на социально-экономическое развитие Петрозаводска, мы решили благоустроить эту территорию так, как этого захотели горожане. Я вот как раз пару дней назад прокатился на велосипеде в районе тропы Ивана Царевича. В принципе, там востребовано, и хорошо воспринимается горожанами как раз то, что мы хотим увидеть здесь. Отсыпанные велодорожки, здесь протяженность велодорожки будет километр. Оборудованная пешеходная дорожка, 500 метров пешеходной дорожки, в том числе частично с асфальтированием. Будет установлено освещение, и до 30 октября работы будут завершены. Все это оказалось возможным благодаря республиканской субсидии, идущей на социально-экономическое развитие нашей столицы. Мне очень радостно, что у нас есть эта субсидия от республиканского бюджета, и что запросы жителей будут удовлетворены. Потому что это очень важно, чтобы места, где люди не только прогуливаются, но и занимаются спортом, были обустроены. Здесь будут устроены скамеечки, будут освещение, и, конечно, самое главное, будет благоустроена дорожка.